А если у вас мокрый кашель, то очень хорошо будет работать масло фенхеля. Его можно смешать с небольшим количеством меда и принимать в день по одной капле 2-3 раза в день. Будет очень хорошо убирать мокроту из легких. А также фенхель можно смешать со столовой ложкой меда 2-3 капли, добавить еще пару капель эвкалипта и сделать массаж грудной клетки и спины, медовый массаж. Вот он тоже очень хорошо выводит из легких шлаки и токсины. После этого больного нужно будет укутать как следует и чтобы он заснул.